Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Фигурница. Фигурница? Ну, первый раз. Да ну, бегите. Господи. Я на коньках не стоял, не знал. Года 3-4, 5. Больно? Розовая, на пальчик даже. Мне кажется, что когда будешь кататься, они нормально. Еще хуже будет. Нет? Такой. Почему-то всегда вставание на лед какой-то волнительный момент. Ну, еще, я помню, последние там просто месиво перед выходом на лед, ну, всегда да. Было, он раздробленный. Ну, на нормальном катке мы первый раз, мне кажется. Ну, типа на таком большом масштабном. Потому что все наши катки это были либо в Качканаре, которые там вообще... Либо вот в Тагиле в каких-то дворах. Лед хороший, я здесь чувствую. Я вообще Да, я вообще в офиге, что я на них вообще могу стоять и ехать. В общем, катаемся. Но он перед каждым этим, а мы раз 5 часов пришли как раз. Хорошо, что мы на вечер пошли. Здесь есть какой-то вайб. Мы просто хотели пойти на час. Встали такие, пошли на завтрак. Думали пойти на каток, но мы по времени в целом даже не успевали, если честно. Ну и как-то мы прилегли. И вот решили пойти на вечер. И мне кажется, это супер, что мы вечером пошли. А по глинтвейнчику не хочешь? Естественно. Я хочу пунш какой-нибудь. Короче, ребят, будем кататься, наслаждаться, что? Посмотрим, насколько нас хватит. Я даю полчаса. Но если... Я даю час-полтора. Не, ну если с какой-то выпивкой истории такой, типа, не просто тупо ездить, то час максимум. Да, блин, мы на большом катке, это же интересно. Ну, я знаю, ну, не знаю. Мы с тобой по часу выходила на вот таких на вот маленьких корчиках, блин, катались. Блин, ну это, конечно, вайп, реально, прикольно. Очередь, она меня в метро заебала, сейчас она еще на катке, то есть мы едем, грубо говоря, в пробке. Просто куда-нибудь. А, да. Я хотел тебя подснять, как ты ездишь. Красиво. Нам надо на набережную туда уже. Да, ну там тропинка была. Ну, потом поедем. Кем-то. Не знаю. Хочу девушку подпустить. Да-да. Такой. Главное никого не врезаться. Да. Серега Плющенко. Я тут немножко дергаюсь, как помнится. Я просто думал почему-то, что там люди не смогут ходить, потому что там тоже асфальт сделают. Нет, там это, в машинке ездить, потому что там
мы прошли тогда. Оцениваем мой лук на каток. Тут так чурисами пахнет. Куда? Да, поехали. А мы здесь же приехали, да? Точно? Да. Все, катаемся дальше. Какая ты фигурина? Сейчас будем есть. Взяли глинтвейн алкогольный кусочек и эти штуки. А глинтвейн, кстати, вкусный. Я вообще не особо люблю его. Не знаю, как это есть. Холодное вино. Ну да, но на улице прикольно в целом. Оп. Что, ребят, мы накатались, провели здесь в общей сложности 2 часа, здесь меня слышно, поели, посидели, жопы погрели, накатались, вспотели, в общем, рекомендую, хороший каток, чё, не знаю, потом что говорить, в общем, все, погонялись немножко, в общем, прикольно, вообще, один раз хотя бы за зиму надо съездить по-любому. Все, сейчас мы уже переодеваемся и поедем домой. Да? Да. Не слышала, что ты... Ну, просто да. Вот. И дела. У меня сопли уже по щекам. Да, да, я тоже. Да. Ничего, прикольно. Прикольно, когда не тупо по кругу ездишь. Ну, конечно, иногда люди, блядь, скапливаются здесь. Но в целом... Ок, ой. Лед в целом хороший, лучше идите после 5, ну прям типа в 5. Когда уже зальют. Либо в 10 утра. Ну как бы. Что тогда чувствуется вот этот вот хороший лед. Все, ребят, ну короче, домой. Так, друзья, товарищи, коллеги, всем привет. Это не новый влог, все тот же. Последний раз я снимал, ну, вы уже видели на катке. Какое число это было, не помню. Здесь будет написано. Я что-то ничего не снимаю, но влог этот обещаю закончу. Но если вы увидите, вы знаете, что я его закончил. Я просто решил вам снять unpacking. У меня была такая ситуация интересная, очень прекрасная. Позавчера я тут решил немножко прибраться. И в конце своей приборки почему-то мне взбрело в голову помыть чайник. Ну как взбрело? Он был очень грязный, да, с накипью. Такой просто. Потому что я не знал, как ее убирать, она появляется через 2 дня. В общем, а у нас прозрачный чайник был. Так вот, я уже все прибрал, решил, как бы, ну, что сейчас я пойду в ванну, налью себе кофу, буду лежать, кайфовать, отдыхать после уборки. Но перед этим я решил помыть чайник.
Раньше я всегда чистил лимонной кислотой, туда заливаешь, кипятишь, все. А у нас и не было, я так думаю, чем же почистить? Пишу в гугле, он мне говорит, сода. Я говорю, окей. Насыпаю туда соду, включаю чайник, ухожу. Прихожу, у меня на полу такая огромная лужа, и я стою просто, не понимаю. Ну, просто смотрю на пол и не понимаю, что это. Потом в какой-то момент до меня доходит, что это, ну, как бы из чайника, потому что холодильник, гарнитур там в каких-то пятнах белых, ну, от соды, соответственно. И я понимаю, что это чайник. И у меня просто чайника на столешнице вот так вода. Под этой столешницей у нас полочки, ящики, где у нас вилки, ложки, поварёшки, говнёшки, потом всякие контейнеры там, не знаю, ну, короче, всякое. Потом кастрюли, сковородки и так далее, и всё это в воде. Не просто в воде, а в воде с содой. И на полу, соответственно, тоже. Я думаю, ну, пиздец. Помылся. Короче, я просто, вот если честно, я разозлился так, что я хотел просто встать и уйти из дома, чтобы это все вот так и стояло. Но мы здравомыслящиеся люди, и я начал это все убирать. Соответственно, матеря чайник, матеря вообще все на свете, но это уже не важно, я стал убирать. Все убрал. Думаю, ну ладно, там по-любому что-нибудь побарахлило, там нормально, короче, пойду просто губочкой потру и оттеру чайник в ванной. Только начинаю вот так вот проходиться, и у меня лопается стекло на чайнике, и в этот момент я понимаю, что как бы, ну, собственно, уже мыть и не надо. Здесь бы могла бы быть ваша реклама, да, обращайтесь, пожалуйста, Яндекс.Маркет. Но как бы Яндекс.Маркет. И мы просто там все скроллили, и на Яндексе, и на Озоне, и на ВБ, и, ну, короче, везде. И нашли чайничек, и заказали. Соответственно, сейчас его привезли, и я решил снять вам анпэкинг чайника. В общем, вот такой чайник у нас. И если кому нужно, пишите, оставлю ссылочку. Но пока оставлять не буду. Жду ваши комментарии. Чайник, скажу, не из дешевых, ну, типа, не дешманский чайник, как для этого мы всегда покупали, потому что нахрена. Ну, короче, как-то не покупали дорогие сильно-то. Но и, конечно же, не всякие там вот эти вот, как они там называются, Бёрки и кто там еще. Все время забываю эту фирму. Ну, вы поняли, короче, такие... Красивый, эстетичный. Хотя он там стоил 1012, ну, половина этого чайника. Ну, мы как бы не ку-ку, да? Не ку-ку-ля-ля, где-то я там слышал. Итак. Внимание, какой у нас красивый чайник. Не завидовать, но немножечко можно и позавидовать. Ну, внутри он такой, как и все чайники, с таким клёвым носиком. Ну, но это аэстетик полный, скажите. Такая вот крышечка с дырочками, чайничек с дырочкой, дырочка, крышечка. Ля, ну вы посмотрите на это. Ну, ёшки-матрёшки. Так ставите, берете, наливаем, ставим. Здесь вот такие кнопки, крутите, выбираете градус. Тут типа поддержка температуры, тут включите. Все. Потом пишут для дрипов, кофе, тыры-пыры, тролливали. Я ни разу не пробовал дрипы, но всегда хотелось попробовать, что, ну, что такое. Конечно же, ну, к чайнику дрипы. Мы еще одни заказали, но они придут только завтра, по-моему. Но это, типа, ну, недорогие, они вообще, типа, там, 150 рублей стоили, 5 штук блистеров. Ну, тут, кстати, медиум крепость. Боюсь, что мне будет мало. Тут еще и миллилитров мало надо заливать, типа там 200 или 300. Ну, типа для меня это вообще что? Ну, короче. Ну, ребят, по-моему, идеально. Лучше могло быть, не могло. Крутим, вертим. Опа! 100 градусов. 14 градусов. Это что? Это сейчас. Наверное. Оп, можно убавить. Нам нужно 93 для кофе, для дрипов. Все, 15, нагревается. Трэш! Ну, в общем, вот. Вот сюда нажимаем. Получается, у нас поддержание температуры включается. И он, типа, сейчас нагреется и будет на 93 держаться. Thank you.
Ребят, всем привет. Решил показать вам немного свою работу. Вот палец. Классно так. More ilk. Такие вот рабочие будни. Подписывайтесь на мою запрещенную социальную сеть. Я туда периодически выкладываю луки, в которых я хожу на работу. Сегодня вот такой. Такой немножко. Чик расслабленный. Все. Больше нечего показать. Спасибо, пока. Ребят, доброе утро. У меня 10:30, но встал я 6:30. Почему? Потому что у меня был созвон на 3 часа по работе. На голове трэш, но кого это волнует, да? Я как бы спасибо, что встал. И опять в этой кофте. Я когда снимал вам распаковку чайника, потом посмотрел и думал, блин. Почему я просто нормально не оделся? Ну, блин, ну что? Хорошая кофта. Домашняя, извините. Я включился к вам, чтобы сказать, что солнце встало. И я тоже. И решил сделать растяжку. Но думаю, что я зря встал. Спать я уже не буду. Выгляжу я так себе, но спать я уже не буду. Это точно, потому что, ну, я такое не люблю, во-первых. Во-вторых, я когда уже встаю, умываюсь, уже как бы потом спать я не люблю ложиться, тем более, когда ты 3 часа просидел на созвоне, ты уже как бы, уже как-то не хочется, знаешь, ложиться сейчас и проспать, потом уже до вечера, я лучше буду бодрячком, сейчас сделаю растяжку, потом йогой немножко позанимаюсь, да, давно ничего такого не делал, ну прям очень давно уже, мне кажется, и уже пора, ну пора с чего-то начинать, и я решил, что прям с тренировки не буду начинать, потому что перебор, да. Хотя бы с самого легкого, поэтому давайте со мной, кто давно не занимался, позанимайтесь хотя бы растяжку какую-то сделайте, там, не знаю, зарядку, голову там. Короче, вот. Я даже так не смогу сделать. Происходит. Она это сделала. Я думаю, странную растяжку. Я думала детскую растяжку выбирать какую-то. Мне, чтобы в эту позу встать, надо 5 минут. Она, знаете, что-то делает. По-моему, ничего не порвался. Похлопаем. Сейчас будет йога. Удобно мне на кровати. Oh.
это сделали. Ну что? Что могу сказать? Обязательно подписывайтесь, естественно, на канал. Подписывайтесь на мой запрещенный социальный сеть, на мой телеграм. Ссылочки есть в описании, на них нельзя кликать. Если вам не сложно, вы можете их просто скопировать. Вот, все. Еще сегодня у нас понедельник. Послезавтра мы пойдем в ресторан. Я постараюсь что-нибудь поснимать. Спасибо, я вас люблю. Пока. Ребят, хотел показать вам лук сегодняшний свой. Вот такой вот. Пришел на работу специально вам лук заснять. Ладно, шучу. Ну, короче, вот такие дела. Ребят, еще решил сказать, что на мне. На мне такое полупальто. Your anti-hero. Там свитер рогов такой обрезанный. Футболка Gate. Джинсы Фамилия. Кроссовки Freely. Сумка тоже Gate. Шапка Reserved. Ну, украшение у меня Mix. Алик и... А, сейчас Алик только. Poison Drop еще. Такой вот лук сегодняшний. Как вам, пишите в комментарии. Ребят, мы пришли в ресторан. Эверест называется. Сейчас будем есть. Уже заказали еду. Ждем. Я, кстати, уже сегодня в линзах, если что. Это такой, да, типа лаунж. Лаунж что? Лаунж-ресторан. Как называется, типа? Короче, тут кальяны. Ой, ничего, что меня не видно. Короче, типа кальяны, все дела. Спасибо. Да. Пойдет. Ну просто тут очень света много. А, у меня какой-то японский шприц. Мне все время хочется шприц. А у Кати ежевичный шприц. Тоже вкусно. Похож на мартини. Что такое там, может, оно есть, я посмотрю. В общем, ребят, короче, много не буду снимать, что мы сидим, едим, пьем, и все. Потом уже скажем, как. Я вам покажу, что мы заказали. Пока хорошо. Пока да. Вот прикольная вот эта вот лампа, которую нажимаешь просто пальцем, она загорается. Ну, короче, касанием. Так, ребят, нам принесли уже роллы. Что это у вас? Темпура креветка. Там у нас паштет. И у меня гунканы тут разные всякие. Такой вот. Еще мы заказали ребра свиные. Я заказал, Катя заказала ризотто. А потом еще десерт, конечно же. И все. Ну да. Ну, в общем. Остатки, то, что придет, тоже вам покажу. Сейчас будем есть. Я буду пробовать сейчас на камеру. То есть, надеюсь, у меня там вообще нормально видно. Да нет, я просто поставлю. Мне же нужно, чтобы там было как-то есть. Не нужно. Не нужно. Зачем? Да я шучу. Ты все время говоришь, типа, мат, я там ем, ля-ля-ля. Ру-ля-ля. Блин, ну, конечно, всякие такие приколюхи тут. Я просто ничего не понимаю, если честно. Ну, тут я вижу авокадо и какой-то и соус. Но мне хочется вот это попробовать. А ты будешь какой-то пробовать? Нет. Почему? Ну, не знаю, скажешь свои впечатления. Короче, я пробую. Тут что-то острое. И похоже на имбирь. По запаху. Это мой запах. Хочу. Ты не будешь? Такой. Я не знаю, как это сделать. Ну, короче.
вкусно. Так, ребят, ну, мне принесли уже ребра. Сейчас ждем перчатки, чтобы, ну, ручки свои не заморать. Ну, Катя, вот паста такая. Спасибо. Паста, сок. Ну, все. Принесли уже эти перчатки. Быстро, все оперативно. Все, сейчас будем есть. Наконец-то, ребят, вас поставили. Надеваем перчатки. Качество пиздец, да. Людоед, ребят. А что это, свинина? Да. Свинина самая вкусная. Я баранину ел. Mm-hmm. Баранина вообще не мое мясо, судя по всему, мне не нравится. Русско вкусно. Mm-hmm. Будем есть, я заканчиваю этот влог. Поэтому все знаете, что делать. Подписываться, ставить лайки, писать комментарии, все такое. И ждать следующий влог. Ну и кто не видел прошлый, тоже смотрите. Все. Нам приятного аппетита и вам. Я кушаю. Все, всем пока. Пока. Ребят, я уже закончил влог, но быстренько покажу вам десерт свой. Все. Сниму наши такие модники, колоденьки. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.